Выбрали самую обаятельную и привлекательную. В детском оздоровительном центре «Спутник» прошел творческий конкурс «Мисс Лагеря». За корону боролись более 20 девочек. Подробнее в сюжете. Яркие и талантливые, веселые и активные – все на одной сцене. Участницы рассказывали о себе в стихах и в прозе, танцевали и пели. Самым сложным оказался творческий конкурс. Девочки за один день создали себе платье из подручных материалов. Мы оцениваем творческий конкурс, как они двигаются, так же, как костюм, как они могут себя подать, представить, потому что это очень важно для девочки, особенно если она участвует в таком конкурсе. Каждый по титулу. Помимо «Мисс Спутник» жюри определила «Мисс Оригинальность», «Мисс Позитивность», «Мисс Очарование». Победительницей старшей группы стала Мария Бочкарева, младшей – Влада Козлицкая. Это было очень для меня важно, я очень сильно волновалась, и действительно мы это платье делали все вместе, вместе с коллективом. Я действительно как боролась за место, чтобы быть «Мисс Спутник». Меня поддерживали мой отряд и мои двоюродные сестры. Он мне помог выиграть. Я участвовала во всех конкурсах, там интересно. На этом конкурсы не заканчиваются. Проявить себя воспитанники смогут в шоу «Голос», «Танцы», «Спутники», спортивных и интеллектуальных играх. На третью смену планируется розыгрыш призов и подарков. И самый главный приз – это розыгрыш путевки на одну из смен 2018 года. Путевки на 2018 год в детский оздоровительный центр «Спутник» уже в продаже. Татьяна Захарова, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.